Все на этой планете чего-то хотят. Каждый, кто приходит в этот мир, чего-то хочет. Все хотят величия, все хотят совершенства. Но вопрос в том, через что вы готовы пройти, чтобы получить его. У всего есть своя цена. Чем вы готовы пожертвовать? Если это не ваше видение, если это не делает вас полностью живым и выражающим, лучше бросайте это раньше, чем позже. Но если вы знаете, что это правильно для вас, тогда устойчивость – это все. Способность быть устойчивым к своим мечтам. Продолжать идти вперед, когда борьба, испытания, хаос, разочарование, боль, гнев, смущение. Когда все это есть, и вы продолжаете идти вперед, вы знаете, что будете успешным человеком. Это способность быть достаточно оптимистичным, чтобы знать, что трудные времена пройдут. На этот раз все изменится. Ты найдешь способ. Ты будешь следовать своей правде и продолжать преследовать свои мечты. Неважно, буря или ночь, ты будешь продолжать свой путь. И каждая неудачная попытка – это еще один шаг вперед. Там, где есть воля, есть и способ. Если у тебя есть воздух в легких, тогда у тебя не должно быть оправданий. Это просто вопрос перспективы. Ты будешь либо гребаной овцой, либо львом, нападающим и добытчиком. Но если ты хочешь сидеть там и плакать, стонать и скулить все время о том, почему ты не можешь, ты так и останешься сидеть на той скамейке с неудачниками. Встань и сделай что-нибудь. Люди, которые выигрывают, действуют. А люди, которые проигрывают, только болтают о планах. Вы можете выиграть, если решите научиться тому, что вам нужно делать. А затем возьмете и сделаете это. Такова реальность. Но никто не хочет признавать. Потому что признание этого означает, что вы должны взять на себя ответственность за то, где вы сейчас находитесь. И вы должны сказать, что я нахожусь там, где нахожусь сейчас, потому что я ничего не делал, чтобы это изменить. И знаешь что? Это чертовски больно. Но как только вы примете эту истину, вы сможете двигаться вперед с действиями, необходимыми для того, чтобы привести вас туда, куда вы хотите. Дисциплинируй свое тело. Освободи свой разум. Вставай пораньше. Стремись к этому. И ты станешь тем человеком, которым хочешь быть. И ты становишься таким человеком, принимая одно маленькое решение каждый день. Если вы хотите от жизни большего, важно иметь позитивный настрой и развивать в себе устойчивый менталитет. Именно это я стараюсь делать в телеграм-канале «Сила слов». Каждый день публикую контент, который вдохновляет, мотивирует и также приносит пользу для вашего саморазвития. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии.